Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холиплей, 7 серии. Сегодня со мной Джонни Прайд, он же Ваня. Да ну нахуй. Здорово, короче, всем. Да, здорово. Короче, пацаны, я хотел купить мустанг на блатах у человека Александр Чепкасов. Его посадили в дубор, это Талибут. Это пиздец. А вот этот мустанг, бля, я думал, какой-то нормальный мустанг. А это то, что понял за лям, типа, понял? Вот этот худёвый такой. Ебать, я думал, что-то нормальное. Короче, едем в казино, у меня 2.6 есть. Попробую подняться, не знаю, солью, не солью. Давно не было серии по седьмому сервачку, поэтому обязательно въебите прям. Лайкосики, колокольчик не забудьте там поставить. Надеюсь, сейчас подниму баблишко и будет все заебись. Можно теперь 3 машины иметь, у меня випки нету, но зато есть дом. Поэтому заебись. А так 5 можно, с випкой домом. Ну да. И оказывается, если ты владеешь особняком, можно иметь дом. Пиздец, я в шоке. Я в шоке. Надеюсь, бля, я не солю все деньги, потому что это будет пиздец. О, пацаны играют, так. Так. Могу, конечно, сказать, что 7-й сервер достаточно хороший, тут вот администрация отзывчивая и проводят новые интересные МП. Вот, например, сейчас проходит МП Кук. Я первый раз такое вижу вообще. Ну тут МПшка, да, прикольные проходят. Минус 5 миллионов, чувак, стил, лол. Бывает что. Бывает. И говорит, все, пока, Мазин, ебать, вся хуйня. Ну, пацаны, классика, ебать, классика. Это классика, ебать. Это классика. Так, давайте кому-то кинем DICE 44. 13 тысяч кидает, я проебал. Пиздец, 13 тысяч проебал. Я ебу, вот это трагедия, нахуй. Так, а ну на 200 тысяч ебанем сейчас с кем-то. У игрока не столько средств, нахуй, надо сюда пришел. 5 тысяч. Еба, я 5 тысяч еще слил. О, пацаны пришли играть, давайте играть, ебаный в рот. 100 тысяч, выиграл. Вот это я понимаю, ставочки. Киря, привет, кью-кью. Ролик плюс 10 тысяч слил, ай-яй-яй, карамба, бляха, муха, ничья. Блять, это багаюзер, эти таймы какие пишут, такой бред просто. Передай привет, Леонардо Акерман, привет тебе, и Диего Булгарин, привет тебе. Е, 60 тысяч поднял, ое, ое, да, да, сука. Да я в казино редко хожу, блять, и вообще похуй. Ну, да. Бать, 5 тысяч слил, пацаны, пиздец. Что же делать? Вызывайте ОМОН, блядь. Муравью. Держите меня семеро, нахуй. Держите меня семеро, блядь. Я 5 тысяч проебал. 3 тысячи кидают. А, 3 тысячи выиграл, бля. Опасненько, опасненько. Ни у кого даже кейса нету, бля. Ну, пиздец. Блядь, пришел, сука, раз в ходу поиграть в казино, и, сука, никого нету, блядь. Как всегда, блядь, хотя онлайн 117, блядь, онлайн что-то падает, блядь, на глазах, нахуй. Работает АЗС. У дальнобоя. Ждем вас. Так, ну, DICE. 28, 200 тысяч, ну давай. У него нет столько средств, ну вы заебали. На 50 тысяч давай, нету столько средств, ну пиздец. 105, 10 тысяч кидаем, короче, ему. Ну давай, 10 тысяч, ёпт. Агентство недвижимости продают 25 миллионов, ну такое. Сильно расстроился, бля. Я тоже расстроился, бля. 10 тысяч проебал. Пиздец. 9 тысяч, бля. Это вы заебали. Дайте, блядь, на лям ебану хоть, блядь, один разочек. Раз в жизни можно, ебать. Пиздец. 9 тысяч. Ну давай на 9 тысяч, блядь, что делать, пацаны. Вот надо писать, что, блядь, ой, блядь, хуйня, ты небольшие ставки не играешь, пацаны. Я не знаю, что тут не с кем поиграть даже. Я реально не виноват. Я только за с кем-то поиграть на большие ставки, но хуй знает, короче. Я кинул объяву, куплю машину с красивыми номерами. То я хочу новую тачку, потому что есть место. Меня, меня слили. На паб, вот это мероприятие. Пиздец. Просто зашкаливаю. Олег Носов. Что знакомый, блядь? Олег Поносов какой-то. На первом сервере. Да, был такой пидорас на первом сервере. Это, походу, он и есть.
На первом сервере, короче, он у него 160 вроде левел дальнобойщика. У него больше 100 лямов. Ну похуй, ебать. Он 100 больше 100 лямов работает в ТРК. Трассавчик! На втором раунде. Пилю привет Джонни Флорес и Доминик Акерман. Да. Как-то так. Пацаны, о, нет, 13 тысяч хуйня. О, 900 тысяч играем. Выиграл 900 тысяч! Ебать его в рот! Вот это я понимаю, вот это оно, да, 900 тысяч поднял. Сейчас, короче, мне полляма дохнет. 3,5, пацаны. Пацан поднялся, ебать. Заебись. Все, можно уходить, ебать. Я поиграл, пацаны, хватит, ебать. Нормально вообще. Поднял лям просто, спокойно. Нормально. Чувак, 50 писка за такой стиль игры. Я шо, крышу, ебать? Я просто нажал да и все, ну. Как бы, блять. Лол, такой бред. Я поднялся, типа, я решил убегаешь, уйти. Типа, знаешь, ну да. Некрасиво. Ну, блин. Ну, блин. Это мое решение. Я поднял, решил уйти. Ну, пацаны, блин, согласитесь, ты поднял, решил уйти. Ну, это нормально, как бы. Я здесь ничего там пиздецового не вижу. Типа, крыса там, не крыса, блядь. Я не крыса, я просто нажимал, да, нет. Я не смотрел никакие числа вот эти, блядь. Что мне выпало, что мне не выпало. Мне похуй, я играю чисто на тибис. Поднялся, ну, нормально, чё. Заебись. Вот именно, я обычно все сливаю, ну. Я поднялся, решил уйти. Если бы я еще бы с ним играл, я верю, я бы слил. Бля, я просто не понимаю таких людей. Отписка за такой стиль игры. Блядь, ну, как хочешь. В принципе, его решение, как бы. На родине 115 лямов. Бля, с нами читер в машине. Блядь, это читер в машине, блядь. Чё за хуйня? Иди нахуй, я не буду с читером в машине кататься, блядь. На нас, на меня напал читер, пацаны, блядь. Смотреть без смс и регистрации. Вот именно когда, сука, блядь, он начал читерить, у меня понял этот. Память закончилась. Смотри, какой ты дом сбросил. Я такой дом хотел купить на первом сервере. Какой дом вообще стоит? Напротив ППС. Тут вообще такой домик, такой, типа. Ну, короче, с воротами такими, знаешь, гаражом, типа. Ебать, читер тупо цвета машин меняет и колеса. О, это зонобойка. Ник Нуков. И админом, блин, админы хоть работают. Не знаю, как это делать. Я тут. Здорово. Здорово. Что, ты СЗС-ку купил? Да только что, он часа два нас. А где именно? Возле дальней... Ой, возле... Ну, короче, знаешь, там где ФСБ и ТРБ-тырил. Вот ебать, читер мою машину украл. Надо забрать. Еще я серию записываю. Я понял. Ебать. Читер тупо улетел на моей машине, это пиздец. Че за, сука, жизнь, нахуй? Кстати, Джонни, а знаешь, почему это за заправка? Потому что, короче, изменили рейс дальнобойщиков, и они сзади моей заправкой разгружаются, и они все время тут заправляются. Ну, у них рейс, короче, через эту заправку. Ватырева какая? Да, там сзади они, ну, как бы заправляются. Ну, хз. Ты нам обещал видос снял деньги, про ЗС-ку. Тебе так, чё, иди, жалко машины. Было нам лямбда? Да причём жалко? Я её купил, у меня осталось у самого лямбда просто. Ну вот бы дал нам этот лямб. Да я даже не знал, сколько он же продаёт, я просто перевёлся и всё. Ну, блин, на 07, блин, тут онлайн падает каждый день просто. Ну в КЗ сегодня был 160. Ну блин, сейчас у нас вечер и онлайн. Такой себе. А ничего, дам я еще ломбаку, например, чё, я как будто я там только буду играть. У меня везде аккаунты есть. Читер, блядь, багаюзер, сука, баните его нахуй. И самое главное, знаешь, кого Кире я раздел на первом сервере? Кого? Сергей Решала. Сергей Решала, это кто? Это дальнобойщик, короче. Он понял, я зашел, у меня было 2 ляма, он кидает мне 2 ляма, я плюс. Он такой, слышь, ты начал бомбить, знаешь, он же дальнобойщик, крейсик отдал, он, ну, как бы не в казике бабки поднял, он случайно чисто принял. Потом я ему кидаю 4+, он мне кидает 5, я просто смотрю уже 30 мультов, я стою в ахе. Капец. Бать, он гонит, конечно. Дмитрий Спайс.
Спать, я что-то его не вижу. Вот так. Как ты не, прикал, я только зашел на седьмой, мне уже 3 АЗС-ки продавали. Первую мне продавали. Вот это вот тут, это да, за 20. Дмитрий Спайс. 9 я продала. И за 28. И за сколько ты вторую купил Батырева АЗС-ку? Да, вот это моя Батырева за 28. За 25 мне предлагали, короче, возле дальнобоев в Арзамасе. Надо сейчас превьюшку там поехать сделать возле АЗС-ки, какую-то красивую. И это как ее смонтировать. Да, это твоя АЗС-ка. Я сейчас даже заправлюсь. Это моя, можешь написать Дмитрий Спайс ID. У меня да, я написал. А запись еще идет, что? Да. Долго. И этот аккаунт еще зарел в 2015 на открытии первого сервера Мазика. Он там простоял 3 года, я его сюда теперь перевел. Нормально. Бля, 100 тысяч проебал. Хуёво. Хуёво. Так, 200 тысяч кидает. 200 тысяч. На видосе у тебя это засветился. Кто? Дмитрий Спайс. Не знаю. Давай, иди давайте. Сюда. Всем пока. Пока, давай, иди. Пошел нахуй отсюда, давай. Хотя я тут больше не видел. 800 тысяч мне кидают. Выиграл 800 тысяч. Давай. Лол, у меня 4-3. У меня 4-3. Пиздец. Вот все, дашь мне 50к, короче, на сейф. Ага, иди в жопу, блин. У тебя АЗС-ка, блин. Я тебе сказал, играй, запись пересмотри. Что играй, я тебе и сказал, я уже нажал кнопку. Да все равно я чувствовал. Чувствовал ты, блин. Я уже поднял где-то ляба 2 за сегодня. 4 миллиона кидает, а не, спасибо, ебать. Всего не 4 ляма. Сейчас такой, ой, принял, ой, слил. Да если бы я слил, это пиздец был. Ну, видишь, он сразу ва-банк кидает, чтобы отбить свои деньги. Но со мной такой прикол не пройдет. Я играл, не боялся, на первом поднялся. Ну, блядь, да, я знаешь, не хочу слить. Я когда-то не верил, что, типа, мечты сбываются, дальше, да, я про эту АЗС-ку 2 года мечтал, ничего, и поднялся чисто рано. Я реально сегодня, я даже не думал, у меня сегодня было просто ноль. Вот помнишь, я тебе вчера говорил, у меня будет 15 лямов, видишь, я же чувствовал, блин. Я зашел, не знаю, у меня даже ляма не было, мне чувак дал 500, когда я начал что-то играть, смотрю, 30 лямов, охерась. Нормально. Я лям выиграл! Ёбаный в рот, лям 300 поднял, пиздец. У меня 5,4. 5,4, ебать его в рот. Это пиздец. Это пиздец. У меня 5,3 уже, ёбаный в рот. Я просто ебал. Это пиздец. Это просто пиздец, пацаны. Ай-яй-яй. Так, 54 тысячи, ничья. Так, обратно 54 тысячи, слил. Бля, что сливы пошли, надо уходить, наверное. Так, 100 тысяч, ничья обратно. Ко мне админ ты пехнулся или чё? Tommy Network. Так. Нет, спасибо. Спасибо, помощь. Помощь не нужна. Какой-то админ ты пехнулся, пишет, помощь нужна. Лол. Так, 100 тысяч. Поднял. Заебца. Бля, я думаю, надо уходить, короче. К сожалению, я лям 300 поднял, прикинь. У меня 5,4. У меня 5,4, прикинь. Ты чё гонишь, хлопчику? Я 3 ляма поднял тупо за серию. Заебись вообще. Лол. Вот это я понимаю. Серия, да? Купили АЗС, поднял 3 ляма. Вообще заебись. Дай подписчику, пай, 18-5 тысяч, держи. Передай привет, Леонардо Кельман, привет тебе. Кирилл, не... Так, 68. 5 тысяч, все, пацаны, можно в гелик купить, нахуй. Я шучу, я гелик, хотя, блин, я бы купил на сам гелик. Но я уже ушел с казика, потому что начали силы выйти. И я думаю, ну, нахуй. И ушел, короче. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I know I'd be crying.